Три станции метро – Котельники, Жулебино и Лермонтовский проспект – закроют для пассажиров с 28 октября по 3 ноября. Ограничения на участке от Выхино до Котельников связаны с работами по сооружению перегонного тоннеля для Кожуховской линии московского метрополитена. Ее открытие запланировано на 2018 год. Для удобства пассажиров от станции метро организуют бесплатные маршруты автобусов с минимальными интервалами 40-50 секунд. Движение всего общественного транспорта, компенсационного, городского и областного, будет осуществляться по выделенным полосам. От Лермонтовского проспекта и Жулебина маршруты проследуют до метро Выхино. От Котельников же автобусы довезут жителей до станции Кузьминки. Также усилят все действующие маршруты. От имени двух правительств приношу извинения жителей за такого рода временное неудобство. Конечно, стоит немножко потерпеть по одной простой причине, что невозможно что-то строить, не причиняя неудобства. Безусловно, за это время, за неделю, Министерство транспорта Московской области, Департамент транспорта города Москвы провели очень серьезную работу для того, чтобы наши жители особых неудобств не ощущали. Так, альтернатива наземному транспорту – электрички, идущие до Казанского вокзала. На них жители смогут быстро добраться до центра Москвы. Бесплатный билет можно будет получить в кассах и у мобильных кассиров на платформах Панки, Люберцы-1, Ухтомская и Косино. Также с 28 октября по 3 ноября на дорожную ситуацию стоит обратить внимание автовладельцам. В связи с вводом выделенных полос ожидается осложнение транспортной ситуации. В обычном режиме станции метро Лермонтовский проспект, Жулебино и Котельники заработают 4 ноября в 5:30 утра. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.